Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Вот знаешь, вот исполнителю говорю, вот с первой минутки, с первых нотов, да, нот. И ты знаешь, уже чувствуется, что трек будет классный. Манера исполнения. Вот знаешь, красиво так. Та-та-та-та-та. Вот, знаешь, даже мурашки бегут по телу. Вот такой красиво, да. И вот я же тоже человек, да. Я же думаю, да. И вот я вот слушаю, да. Я представляю вот просто вот молодых, да. Просто людей представляю, как они красиво танцуют друг с другом. И как молодой человек свою девушку обнимает, и вот он ей на ушко шепчет что-то. Та-та-та-та-да. И музыка такая. И так красиво, ребята. Молодцы. Исполнитель шикарный. Он такую атмосферу создаешь. Такую атмосферу. Атмосферу влюбленных. Ты понимаешь, с каждой нотой. Вот первая нотка, и уже чувствуется, как будто такая там любовь. Понимаешь? А ты еще не пел еще. А просто по твоему голосу, по твоей манере исполнения, по музыке уже чувствуется, уже видно, что трек о любви, о красивой, нежной любви. Давайте я посмотрю, правильно я думаю или неправильно. Я сама себя проверю. Но начало шикарное. Тебя убьют, тебя в я бы их всех и умру рядом с тобой вместе. Я сделал больно тебе, скажи, что ты хочешь вместе. Двойня, да. Голос красивый, текст о любви, ребятки. Скажи, красиво ты поешь, умница, голос шикарный. Манера исполнения отличная. Я умею, тело и мы хотят тебя, но я... Не могу спать, снова мысль о смерти. Чуть затем уж говорю искренне, поэтому получается трек, а у них демо. Я тоже для него роза, для меня так красиво. Между тобой я не знаю, что значит, что счастливо. Я знаю, они пиздят за спиной, и хуй все решило. Требуешь меня к вину, а ты так мило. Я ненормальный, согласен, мне нужна помощь. Живее живу, кто прикину, когда это моя мощь. Мои говорят, будь моим помощь. Откровение на сексе части, называй как хочешь. Ты моя нега, ты моя крыс, ты моя крыс. Я знаю, все твои подруги хотят, буду в твоем месте. Когда тебя убьют, не могу я ебну их всех. Я умру рядом с тобой вместе. Молодец, реально классно исполняешь. Так красиво-красиво ноты берешь, да, вот высокие ноты, да. И такие вот, знаешь, так поешь красиво, вот. Прям меняешь манеру исполнения. Меняешь манеру исполнения. Как будто несколько человек, да, поют. И так ты поешь от души, такую правду поешь, да. Рассказываешь историю своей любви, да. Просто историю рассказываешь. Красивую, о любви, романтичную, да. О том, что ты думаешь, что она думает. Ну, молодец. Вот реально молодец. У тебя классно получается. Голос шикарный. Красиво ноты берешь высокие. Музыка красивая. Красивый трек о любви. Умница. Красивая мелодия, да. Вот конец трека, такая мелодия. Красиво, так вот красиво, да. Вот прям, знаешь, ждешь и боишься, что он закончится, мелодия, да. Очень красивый трек, молодец. Очень профессионально, качественно, талантливо. Да. Скажи, талантливо, молодец. Своим голосом классно владеешь. Разные лайфхаки используешь, да.
красивый, вкусный, молодец. Мне очень понравилось, ты очень талантливый. Я танцевала. Я с удовольствием тебя слушала. Вот прям слушала, наслаждалась. Молодец, голосочек идеальный. Манера исполнения идеальна. Пожалуйста, продолжай дальше. Я тебя хочу всегда слушать. Ну, очень понравилось. Мне нравится такой, вот такая мелодия. Мне нравится нежность в треке. Любовь. Вот, ну, нравится мне. Красиво все сделал. Все грамотно. Все чисто. Все продумал. Молодец. С удовольствием тебя слушала. Продолжай развиваться дальше. И нас радуй своими треками. Пока, друзья.